Добро пожаловать на канал «Уральская усадьба». Сегодня мы будем производить монтаж теплицы «Легенда». 4 метра шириной, 20 длиной. Подобного плана. То, что вот стоит сейчас, показываю вам. Брус мы будем использовать 100 на 150. Сейчас предварительно мы его разложили. Будем скручивать и выравнивать. Цвет такой же получается, фисташкового цвета. Ну, как я и рассказывал, брус мы выложили, по уровню выставили, пластинами скрепили, начали собирать каркас. Каркас и торцы. Торцы мы сразу обшили поликарбонатом. Сейчас каркас скрепляем прогонами. Так, вот еще здесь не прокрутили, сверху тоже. Только по бокам. Ну и крепим одновременно к брусу. Всем здравствуйте, у нас сегодня второй день монтажа. Начали мы его с обшивки крыши поликарбонатом. Сейчас мы листы наживили, будем проходиться, прокручивать их. В дальнейшем будем готовить форточные блоки и устанавливать автоматы на них. Монтаж мы закончили, крышу прокрутили, форточные блоки также установили. К ним были установлены автоматы. Термоприводы, чтобы автоматически открывались и проветривались. Уральская усадьба. Сегодня представляем вашему вниманию теплицу «Легенда». 4 метра шириной, 20 длиной. У теплицы были установлены 5 стеновых форточек, 3 с одной стороны. Вот на стенке, как мы видим, 1, 2, 3 и 5 форточных блоков с термоприводами. Поликарбонат используется 4-миллиметровый. Каркас теплицы изготовлен из оцинкованной трубы, покрашен фисташковый цвет. Двери нового образца так легко закрываются и открывается форточка для приветствования. Все это фиксируется на крючок, либо форточка отдельно, либо все вместе, дверь с форточкой. Стеновые форточки тоже фиксируются крючком. Теплица устанавливалась на брус 100 на 150. Фиксировалось это все еще дополнительно колышками в землю. На форточном блоке термопривод. Так вот устанавливается все это дело. Что-то фокус потерялся. Ну, вот и сами не будет
приоткрываться и проветриваться. На этом все. Не забываем подписываться на наш канал, смотреть новые выпуски.